Конференция на тему «Тюркский мир. Среднетюркская эпоха. Духовно-культурное пространство священного наследия» прошла в Уральске. Ее посвятили 60-летию доктора филологических наук профессору Мурату Сабыру. В мероприятии приняли участие ведущие отечественные и зарубежные ученые, молодые специалисты, работники сферы образования и представители государственных органов. Конференция началась с презентации фильма, посвященного жизни и деятельности профессора Мурата Сабыра, после чего присутствующим продемонстрировали книгу почетного ученого. Участники мероприятия отмечали, что тюркская культура, формировавшаяся на протяжении веков, является не только богатым источником знания о прошлом, но и важной составляющей современного культурного наследия. Также говорили о новых технологиях обучения языкам. Цель данной конференции – более подробно рассмотреть историю, философию, язык, литературу, культуру здесь не только казахского народа, но и других тюркских народов. Он исследует историю языка. Вот это вот сегодня одна из актуальных проблем, потому что многие знают вот современное состояние языка, а историю языка не все знают. Поэтому то, что он занимается вот именно историей языка, это не только польза для казахского народа, но и для всех тюркских народов. Мурат Сабыр – один из ведущих специалистов в области тюркологии и филологии, чья научная деятельность охватывает широкий спектр вопросов, связанных с изучением тюркского языка, литературы и культурного наследия. За свою карьеру Мурат Сабыр внес значительный вклад в развитие филологических наук, став автором множества трудов и научных публикаций, которые получили широкое признание в обществе. Мы наблюдаем в определенной степени вот через труды таких ученых, как Мурат Сабыр, преемственность средневековой тюркской культуры, преемственность языковой культуры и традиции народов, которые населяли территорию нашей страны. И мы видим в этом, что наследник этой культуры, данной территории – это казахский народ, ну, который составляет составную часть, скажем, большого тюркского мира. Благодаря таким конференциям решаются важные задачи – сохранять и передавать последующим поколениям богатейшее культурное наследие, которое формировалось на протяжении тысячелетий. Олег Великий, Асланбек Саламатов, Саид Самигулла, Акжай Акпарат.